Игроки «Спартака» явно боятся. И улыбайся дальше! Where's the game? Where's the play? Они все разъезжают. Грал, скажи, в чем дело-то? Что за игра-то такая? Грал, what's the f***ing? Грал, what's the f***ing? Грал, what's the f***ing? This is game! Парни, вам самим не стыдно, э? Вам не стыдно, а? Кто там? Приколюки, все пытаются что-то делать, остальные забили. Машины подъезжают за ними прямо ко входу. Кто-то прячет лицо. Клуб, такого не было здесь никогда, прибегает к помощи полиции. За всех отдувается Леонид Трахтенберг. Все. А вы верите в «Спартак»? Я верю. Всего доброго, ребята. А вы сколько верите в «Спартак»? Я верю. Сколько вы верите в «Спартак»? Я верю. Как пресс-атташе. Сколько вы верите? Да. Меньше меня. Нет, я-то меньше. Меньше. Я имею в виду не по страсти меньше меня. А вам не стыдно за сегодняшнюю команду? Вам не стыдно за сегодняшнюю команду? Нет, мне стыдно. Никто из русскоязычного костяка ни к болельщикам, ни к журналистам так и не вышел. Хотя машина того же Джики точно стояла на парковке. Стадион пустеет. Спартак опять прибегает к помощи полиции. На журналистов просто выгоняют с места работы. Уйдите, чтобы им не пришлось объясняться. Команда готова говорить с болельщиками, верно? Не может быть, что не будет отношения по поводу части команды. Я вам говорю, что здесь никого нет, охраняем и объект. Все. То есть, вы про Харкина говорили так же. Как мы вам можем верить? Ситуацию. Скажите, самый пожалуйста. Самый популярный клуб в стране, верно? Ну что, давай, да. Охраняем и объект. Сейчас мы можем находиться здесь в регламенте. Найдите, откроем регламент. Умеете мне регламент. Здесь только на первый взгляд все как раньше. На самом деле нет. Спартак боится собственных болельщиков, журналистов, может, кого-то еще. Как вам не стыдно? Кричали с трибун. Хочется присоединиться к этому вопросу. Антон.